Привет, друзья! Вы только посмотрите, какой у меня завтрак. И омлет, и каша овсяная, и два салата, и куча джемов здесь, оливки. В общем, я как с голодного края приготовила себе такой завтрак, потому что несколько дней я нормально не завтракала. А почему ты нормально не завтракала, спросите вы? И я вам отвечу. Это было во время моего гараж-сейла, когда я 2 недели занималась гараж-сейлом. Надо было рано утром вставать, там не до завтрака, и побыстрее обслуживать людей. Неделя у меня ушла на то, чтобы чистить гараж, подготовить контейнеры, заполнить их вещами, найти коробки, найти столы, вешалки, все такое, в общем, организационная работа, тоже требующая физических затрат энергии. Вот, потом ты размещаешь объявления на сайтах определенных, в соцсетях. Кроме того, надо было разрисовать объявления на счетах, вот, которые я делала сама. Купила ватман яркий, написала гараж сейл, стрелы протянула по направлению к нашему дому. И мы установили на разных углах проезжих дорог. You found it. Okay. You can take it. Ну, по понятным причинам, да, друзья, я, конечно, людей не снимала, покупателей. Вот в первые дни очень было много покупателей, буквально толпы разрывают тебя. И это так вот всегда на гараж-сейлах американских, потому что вначале, в первые часы люди рано утром приезжают, они хотят найти так называемый treasures. Treasures – это сокровище, переводится, но образно. То есть, либо что-то очень выгодное. Вот здесь, смотрите, 2 вещи за $1. А вещь может быть какая-то очень качественная, да? Но у них есть возможность выбрать. Конечно, это очень выгодно. Либо это какая-то винтажная вещь, которую они потом перепродадут по нормальной цене на винтажной ярмарке. Либо это какие-то коллекционеры, которые по дешевке могут что-то уникальное приобрести. В принципе, всякие люди могут прийти, независимо от достатка, и покупать вещи на гараж-сейлах. Но очень много, конечно, мексиканцев, иммигрантов, людей с низким доходом, которым это очень выгодно. Допустим, пару обуви купить всего за $1. It's been second week already. Ну, пока я была занята гараж-сейлом, я ничего не снимала, и поэтому видео повторяется, сори. К тому же я не могла снимать покупателей. Вот, друзья, ну, это, в принципе, что я хочу сказать. Эта игра стоит свеч, да, потому что... вот, смотрите, вот этого барахла, да, допустим, 1000 единиц всяких ненужных вещей. Даже если ты их продаешь под доллару, в среднем так и получается, то у тебя, по идее, должно получиться $1000. У меня была цель сделать $1000, потому что это те деньги, которые я должна была вернуть на кредитную карточку из-за своих непредвиденных расходов. А это были расходы на генератор и аккумулятор для машины, если вы помните. А помимо этого мне нужно делать тормозные колодки. В общем, еще предстоит куча расходов. В общем, мне удалось сделать $1000, достичь своей цели. Единственное, что пришлось потратить на это не первые 3 дня, только когда основная выручка делается, но я продлила гараж-сейл на 2-ю неделю. То есть каждый день, начиная с понедельника, опять до воскресенья, я понемножечку торговала, уже скинув цены. До 50 центов, до 25 центов. Но, тем не менее, я избавилась от подавляющего большинства вещей.
и достигла своей цели вернуть на банковскую кредитную карту $1000. Дополнительный кайф тут заключается в том, что ты избавляешься от ненужных вещей, которые высасывают у тебя энергию, хранятся у тебя в доме. И вот посмотрите, я не случайно сняла библиотеку в нашем городе, в которую очень часто хожу. Сейчас буду ходить еще больше, потому что вот этот мой огромный большой шаг к минимализму я сделала с помощью этого гараж-сейла, потому что я всегда покупала огромное количество книг, там дисков, аудио и видео. И вот это все можно бесплатно в библиотеках брать, слушать, потреблять, потом возвращать назад и не зарастать кучей вот этих вот вещей дома ненужных. Ну, вы помните, друзья, что после гараж-сейла я на 2 дня уехала в юрту отдыхать. Просто так получилось, что те видео о юрте, они пошли вперед этого видео о гараж-сейле. Это завтрак моего сына, не пугайтесь, это не мой завтрак. Вот. Но сейчас я вам расскажу об еще одном супер-американском таком неординарном событии, которое произошло. Ну, гараж-сейл — это ординарное, можно сказать, событие, а вот это действительно экстраординарное. Вы посмотрите на вот эти туалетные бумаги, которые свисают с крыши нашего дома. Это какой-то ужас. Выхожу один раз я в один прекрасный день утром, открываю дверь и вижу вот эту ужасную картину, да, и пугаюсь, конечно же, это рано утром. Я думаю, боже мой, что ночью творили с нашим домом, пока мы спали. А как раз Лесли не ночевала в этот день дома. Она уехала к сестре в Кемп-Ширман. И я забегаю, говорю, батя, ужас, посмотри, что творится. Он мне говорит, это пранк. Я говорю, что такое пранк? Он говорит, ну, трудно объяснить, ты погугли, говорит, посмотри. Я прежде чем гуглить, конечно, позвонила к Лесли и говорю, слушай, какой-то ужас. Нас закидали туалетной бумагой. Она хохочет. Я говорю, что ты хохочешь? Она говорит, это чисто американская традиция старая. Называется TP, Toilet Paper, когда, ну, в общем, люди выбирают объектом шутки кого-то, такой доброжелательной типа шутки, и закидывают туалетной бумагой. Вот, естественно, это должен быть кто-то знакомый, потому что иначе это может обернуться жалобой в полицию и все такое. Ну и, естественно, взрослые люди этим заниматься не будут, а только молодежь, тинейджеры, да. И, естественно, это кто это? Это друзья моего сына, вот, посмотрите. Ну, в общем, ущерб, что сломалась вот эта штучка, на которую они, конечно, не специально ее сломали, сбирались для того, чтобы повыше закинуть в туалетную бумагу. Но она уже была, видимо, подгнившая, так что винить мальчиков не будем. В общем, что произошло? Это произошло через несколько дней после дня рождения моего сына. Ему исполнилось 16 лет 15 августа, но это не в этот день произошло, поэтому я и не догадалась. Но, видимо, это было такое вот запоздалое поздравление с днем рождения, потому что он решил не делать пати, он не отмечал в этом году. Потому что главный друг его там с родителями, он как раз куда-то уехал, а других он что-то не захотел собирать. И, видимо, они решили ему вот так отомстить. Не знаю. В общем, он тоже из него слова не выжмешь. Но понятное дело, что это его друзья. Он с этим согласился. Потому что в эту ночь он мне говорил, что он, возможно, пойдет ночевать к другу. То есть они, типа, они должны за мной заехать. Если не заедут, то не пойду. И вот они за ним не заехали намеренно, выбрав его, видимо, вот такой жертвой своего пранка, так называемого. Ну, сын, конечно, убрал всю туалетную бумагу. Это, видимо, было основным, как бы, его наказанием от друзей. Но Лесли говорит, что это очень позитивная шутка. Выбирает популярных мальчиков для этого, поэтому будем воспринимать это как благословение.